Здравствуйте, меня зовут Анна, я дритментолог. Дритментолог – это специалист, который занимается косметическим восстановлением волос. У каждой женщины есть волосы, и для каждой женщины волосы – это как визитная карточка, и все мы хотим иметь их красивыми и здоровыми. Но, к сожалению, мы травмируем их каждый день. Неправильным расчесыванием, неправильным уходом, воздействие окружающей среды, солнца, ветра также травмируют наши волосы. Они становятся сухими, ломкими, тусклыми, ломаются, мы не можем отрастить длину. Также есть разные типы волос, вьющиеся, ровные, кудрявые, да, и, соответственно, каждому типу волос нужен свой уход. Дритментолог занимается тем, что восстанавливает поврежденные волосы и подбирает индивидуальную процедуру под каждый тип волос. То есть, если вас, допустим, не устраивает что-то в ваших волосах, они там у вас запутались, вы хотите их выпрямить, например, да, если у вас кудряшки, вы можете обратиться к нам в салон, да, и, проведя определенные тесты, я подберу для вас правильную процедуру, которая сделает ваши волосы такими, какими вы хотели бы их иметь. Кудрявые волосы, например, тоже требуют специального ухода, потому что им нужно больше питания, больше увлажнения, и тогда вы будете иметь красивые, устойчивые кудряшки, да, а не одуванчик на голове. Поэтому для кудрявых волос тоже есть процедура, которая называется глубокое питание, увлажнение волос, которая очень приятна, да, занимает немного времени, но в результате вы будете иметь красивые локоны, как будто вам их накрутили плойкой либо утюжком. Я работаю с препаратами немецкого бренда Luxless. Там для каждой процедуры есть свой препарат в этом бренде, да, и мы подбираем, соответственно, запросами клиента. То есть, если мы хотим сделать идеально ровные волосы, не пользоваться утюжком каждый день, а иметь быструю красивую укладку, то мы можем предложить процедуру кератинного выпрямления. Да? Если же мы хотим сохранить объем, например, на ваших волосах, но тоже классно быстро укладывать, напитать их маслами, мы используем горячий ботокс. Если вы, к примеру, боитесь горячих процедур, хотя страшного в этом ничего абсолютно нет, я могу предложить вам процедуру холодного восстановления, которая делается при помощи инфракрасного утюжка, который разбивает состав на молекулы, и с помощью этого он проникает в глубину волоса. В результате мы имеем увлажненные, красиво блестящие волосы. Чтобы правильно подобрать вам процедуру, я использую такой специальный прибор, который называется трихоскоп. Это такая специальная камера, с помощью которой мы можем рассмотреть волос в многократном увеличении. Видеть все его повреждения, да, в каких местах он наиболее поврежден, то есть куда нужно уделить больше внимания. Также при помощи трихоскопа можно сделать диагностику кожи головы, то есть если у вас есть какие-то проблемы, да, вы ощущаете зуд, сухость там, или у вас перхоть, то при помощи трихоскопа можно понять и определить причину вашей проблемы. Сейчас мы делаем диагностику кожи головы, которая позволит определить проблемы, да, которые есть. Здесь, например, мы видим, что этой коже очень нужен пилинг, который глубоко очистит кожу и устья фолликулов от сальных пробок, от перхоти и всяких других отложений, да, и что улучшит микроциркуляцию крови в коже головы и тем самым улучшит рост ваших волос. А сейчас мы посмотрим на само полотно волос. Вот здесь мы видим волосы крепкие такие, гладкие, с ровным концом, как будто подстрижен ножницами. То есть в середине головы волосы очень хорошего качества. Ну, как правило, когда мы опускаемся ниже, здесь бывает другая картина. Но эта девушка хорошо ухаживает за своими волосами, и у нее с ними все хорошо, даже внизу. И, дорогие девочки и женщины, если у вас есть какие-то проблемы с волосами, не занимайтесь самолечением, приходите, пожалуйста, к специалистам, потому что дритментолог поможет вам не только подобрать правильную процедуру, но и правильный домашний уход для ваших волос, что является гарантией успеха любой процедуры, сделанной в салоне.